Всем привет! Меня зовут Татьяна Шубцова, и я живу в деревне. Всем привет! Я хочу, значит, сегодня показать, какие нам ниточки пришли. Я заказала ниточки в интернет-магазине, и нам прислали вот такие ниточки. Вот это Ализе Экстра, вот, и цвет это 141, это цвет Василек называется. Вот, ну, в общем, мы выписали 8 моточков, и я начала вязать платье для своей дочери. Вот, вот так вот у нас пока получается. Вот, ушло, значит, у меня пока два, вот до сюда у меня ушло, значит, два мотка. Я присоединила вот еще два мотка. И, в общем, я думаю, что нам на платье не хватит ниток, потому что маловато. Вот, в общем, я вязала, вот здесь вот я разматывала, наматывала, вот, я вязала образец. Образец я, значит, распустила, потому что он не нужен. И я, значит, по образцу рассчитывала, в общем, вот все ниточки, сколько мне надо набирать петель. Все петельки, вернее. Вот, и, в общем, рисунок я выбрала вот такой из этой книги. Вот. Вот такой рисунок. И вяжу вот по этой схеме. Вот. В общем. Будем. Теперь я, значит, хочу заказать снова еще ниточки, потому что нам их не хватит. Это не кофта, это платье будет. Вот платье, значит, с вточным рукавом. Вот, ну, в общем, ну, получается, вроде бы, неплохо. Здесь 54 сантиметра ширина. Вот. В общем, вот так вот. Еще, значит, я начала вязать мочалку. Я показывала, я купила вот эти ниточки по 30 рублей в Леонардо. Вот, вяжу я, значит, крючком 2,5. Вот, у меня вот получается вот такая мочалочка. Я только начала вязать. Вот, в общем, я нашла в интернете мочалку, связанную ромбами из двух цветов. Но я что-то решила не заморачиваться, а буду вязать змейкой. Вот с изнанки видно, вот, внутри. Видно, да? Сейчас. Внутри видно, как вот идет эта змейка. Вот, ну, в общем, вот такая пушистость вот у этой мочалки будет. Вот, ну, в общем, так вот, ну, неплохо, мне кажется, красиво. Вот. Я хочу похвалиться своей сумочкой, которую выписала на Алиэкспресс. Пришла она быстро. Вот такая вот сумочка. Я почему-то думала, что она будет больше. Ну, как-то визуально на фотографии она смотрится больше. Вот. В общем, с этой стороны она немного помялась. Потому что, когда ее пересылали, не положили этот пузырь с воздухом. Вот. Здесь, значит, есть кармашек. Вот, вот такой кармашек, достаточно глубокий. Вот. Здесь вот внутри тоже кармашек. Я положила вот эти пакеты, чтобы немножко хоть она это разровнялась. Здесь вот одно отделение такое большое. Потом, значит, здесь... А, с этой стороны. Вот. Здесь, значит, маленькое вот такое отделение. И между ними вот кармашек с замочком. Такой вот кармашек с замочком. Замочек закрывается. Вот. В общем, вот, вот такие здесь два отделения внутри сумки. Замок работает неплохо. Вот. Потом, значит, здесь тоже вот это тоже кармашек. Вот такой маленький. Вот такой маленький кармашек. Здесь на кнопочки, и здесь тоже, в общем, карманов множество. И здесь тоже вот такой карман. Цвет у сумки такой темно-синий. В темноте он похож на черный. В общем, как что-то наподобие хамелеона. Не могу закрыть.
Она вывернутая. Да, там вывернулась из-за этого. В общем, вот такая длинная ручка. Ручку можно регулировать. Вот. В общем, пришла она мне вот в таком виде. Вот, они не положили пузырь, но она немножко, ну вот, вот так вот, она немножко помялась, но я думаю, она разровняется, потому что, ну вот это кожзаменитель, он вот такой вот мягенький, мне кажется, она разровняется. В общем, вот такая сумочка, вот я ее взяла на лето.